Молоканскими садами называлась когда-то дачная местность вблизи города, сразу за полевой поперечной улицей. Если едете сейчас по проспекту Ленина в город или из города, крутите головой. Может быть, вы эти сады и увидите. А впрочем, какие теперь сады и дачи? Теперь там тоже город и горожане, которые спешат по своим делам. А ведь каких-нибудь 110 лет тому назад все было совсем иначе. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».